тоже участвует, пожалуйста, выключите свои микрофоны, остается включенный микрофон только я сама и мой. Вікторія, ви зараз хост, тобто ви зможете виключати мікрофон, якщо хтось їх не зможе виключити. Дякую, Роман. Shall I start now? Ми можемо починати, як ви думаєте? Yes, you can start. Okay. I would like to thank you, all of you, and in particular, I would like to thank Dr. Bratakh for his efforts, because without him, I would not be here with you today. So, сам прежде всего хотел поблагодарить всех за участие, прежде всего хотел бы поблагодарить Михаила за его усилия и организацию этой конференции. The topic for today is about the basic principles of will testing, and I hope it will attract most of you today. Тема на сегодня является базовые принципы тестирования скважин, и я надеюсь, что это будет интересно для большинства из вас. At the beginning, just in a simple way, how to identify a will test, we have three. Начнем с простого, начнем с того, что такое тестирование. Three parameters we are targeting: rate, time, and pressure. Мы измеряем три параметра. Это дебит, время и давление. Три контролируемых условия. And you can imagine how it is simple to collect such three parameters. И вы понимаете, что достаточно просто собрать эти все три параметра. But the outcome results coming from these parameters are huge. Но результаты, которые мы можем получить по результату измерения этих параметров, они огромные. For this reason, when we perform a will test, we are expecting the following gain. Sorry, the quality of your voice is not good enough for me to so it's a bit illegible. Can you speak? The key parameter number one is reservoir pressure. Итак, что именно мы измеряем? Во-первых, пластовое давление, это параметр номер один. Permeability, will pour damage, and deliverability. Далее мы говорим о проницаемости, о закупорке при забойной зоне, мы говорим о фильтрующих свойствах. Another important factor, which is to collect a fluid sample. Еще один важный параметр – это пробу пластового давления. То есть для анализа нам еще необходимо сделать, что это собрать пробу пластового флюида. In a simple way, a reservoir fluid sample is exactly the same like human body blood sample that we collect to identify the case. Говоря простым языком, когда мы делаем пробы пластового флюида, это то же самое, как если бы мы человеку мерили кровяное давление для того, чтобы понять, что с ним происходит. Fluid samples for us is to perform PVT analysis for the purpose of reservoir study. И нам нужно будет провести анализ этих параметров для того, чтобы определить параметры пласта. And finally, the reservoir description. И в конечном итоге получить коллекторские свойства пласта. Just to double check again, three main parameters: rate, time, pressure. Еще разочек. Мы говорим о трех основных параметрах. Это дебит, это время и это давление. Now we are going to discuss the methodology that we are using to solve the problem. Сейчас давайте поговорим о методологии, которую мы используем для того, чтобы решить проблему. In the normal situation, we have a direct solution. В нормальных условиях у нас есть прямое решение. But this is the case when the input and the system are known for us. Но это может произойти только в том случае, если система нам знакома. In this case, we are expecting a unique solution. Если же нет, тогда мы будем, если это так, то у нас будет одно решение. However, the case we are facing when we are performing a will test is the inverse problem.
Но зачастую встречается ситуация обратная. We have the input, which is rate versus time, and the output, which is pressure versus time. У нас есть входные данные, это дебет и его изменение с течением времени, и выходной параметр, это давление, которое меняется с течением времени. And the main target is to describe the unknown system. И целью нашей является описать незнакомую нам систему. This chart is translating the previous slide. Этот слайд повторяет то, что было показано на предыдущем слайде. So, what is reality for us is the input and output, as you see. Для нас реальными являются входные и выходные параметры, как вы можете видеть на этом слайде. Now, we are trying to simulate the reservoir. И мы пытаемся имитировать параметры пласта. If the model we are going to consider will be able to generate the same pressure response, если наша модель сможет генерировать или выдавать параметры изменения давления, only at this case the model is representing our reservoir. Тогда эта модель будет представлять наш пласт. Okay, now we are going to describe the well test in a very simple way. Давайте мы теперь очень простыми словами попытаемся описать, что же происходит, когда мы выполняем тестирование скважины. In the well sketch, as you see, we have separator at surface. На схеме, которая сейчас показана, мы видим все то, что у нас происходит на поверхности. And we have a surface choke to shut the wheel in. У нас на поверхности находится штуцер, при помощи которого мы можем перекрывать выход флюида из скважины. And the pressure gauge is located in the downhole. И кроме этого у нас есть манометр, который находится в призобойной зоне. The process is to be like that. We generate a pressure response, transient pressure response in the reservoir by creating a temporary change in the production. Процедура простая. Мы определяем изменение давления, при этом меняем дебет. That means you open the well at surface, the pressure response will answer and respond with that. Ситуация простая. Если мы перекрываем штуцер, то давление скважины реагирует соответствующим образом. And once you shut the wheel in, the pressure response will react in a different way. И если мы... So now, if your target is wheel evaluation, that means the wheel test will be less than 2 days. Если наша цель провести испытание в течение нескольких дней, however, reservoir limit testing will require several months of pressure data. Если у нас есть несколько дней, то не все так просто, потому что есть определенные испытания, которые требуют нескольких месяцев для завершения. On the right side, on the right hand, you can see pressure versus time and rate versus time. We have flowing period or drawdown period followed by build-up period. Справа мы видим две диаграммы. Это изменение давления с течением времени и изменение дебета с течением времени. На разных стадиях. Сначала у нас идет депрессия, дальше у нас идет период восстановления давления. So, I need you to concentrate with me that we have pressure, the real pressure value and the delta P or delta T, which is pressure interval or time interval. Обратите внимание, что у нас есть delta P и delta T, то есть у нас есть значение изменения давления и значение изменения времени. The process of well test interpretation is considering the pressure difference
and time difference. We consider only delta P and delta T. В процессе изменения мы не учитываем как таковые давление и время, а берем изменение давления и изменение времени, delta P и delta T. That means we are not interested in the pressure and the time value itself. Что означает, что нам не интересно само давление в скважине в момент проведения испытания. Okay. According to the well type, we have a well test design. Испытания могут зависеть от конструкции или от типа скважины. In reality, we have three different wells: exploratory well, appraisal well, and the development well. В реальности у нас есть три типа скважин. Это разведочная скважина, оценочная скважина и эксплуатационная скважина. As you see in the first block here, the first well to be drilled is the initial well. Как вы видите на первой картинке, речь идет о скважине, которая будет впервые в этом блоке. So, once exploratory well confirm the presence of hydrocarbon, и как только по результатам бурения разведочной скважины будет подтвержден тот факт, что есть углеводороды. The next step is to explore the extension of the reservoir. На следующем этапе, следующее, что мы должны сделать, это определить, насколько большой и каким образом располагается этот пласт. And this will be the main duty of the appraisal well. И для этого необходима оценочная скважина, потому что это ее основная функция. So, saying that with the appraisal well, we will be able to identify the borders of the reservoir. То есть мы можем сказать, что при помощи оценочной скважины мы можем определить границы пласта. The last step is to develop the area by allocating number of wells, development wells. Далее мы должны разработать месторождение. Для этого нам необходимо пробурить определенное количество скважин. This is a summary of well test objective according to the well type. На этом слайде мы видим такое суммирование целей при проведении тестирования скважин. Again, exploratory well is to confirm the exploration hypothesis. Еще раз говорим о том, что если речь идет о разведочной скважине, нам нужно подтвердить гипотезу исследования. Also, we need to identify the nature of the fluid we are going to produce and the rate. Далее нам необходимо определить природу флюида, который мы собираемся добывать, и определить дебит, возможность. Plus initial pressure, which is the main key for reservoir engineer. Кроме этого, нам необходимо определить начальное давление, которое является ключевым параметром для инженеров, которые занимаются разработкой месторождения. It will be considered for any future calculation. И это значение важно для проведения расчетов, которые будут выполняться в ближайший период времени. The second, which is appraisal well, is to refine the previous interpretation coming out from the exploratory well. Далее пробуривается оценочная скважина, целью которой является уточнить те параметры, которые были определены по результатам бурения разведочной скважины. With the appraisal well, the opportunity to collect a representative reservoir fluid sample for PVT analysis will be there. PVT-анализ может быть проведен по результатам тех оценок, которые выполняются в оценочной скважине. The last type of test for the last type of well is the development well. That means the well already on production. Последним типом скважины является эксплуатационная скважина, что говорит о том, что скважина готова для того, чтобы давать промышленные дебиты.
Since the will on production, that means why we are conducting the will test. Если у нас есть эксплуатационное скважина, это означает, что испытания прошли, завершены. In reality, the productivity of the well will not be the same or will not remain the same all the time. Однако в реальности дебиты и скважины не будут постоянными с течением времени. Plus, we are keen to estimate the average reservoir pressure. Кроме этого, нам нужно определить среднее пластовое давление. Okay, so we move now one step ahead for again is the same also topic objective of well test, but again it this time is based on are you a production engineer or a reservoir engineer? Мы продолжаем говорить о целях проведения тестирования скважин, и здесь важно понять, являетесь вы инженерами, занимающимися добычей, или же вы являетесь инженерами по разработке. For production engineer, he will focus on the following three parameters. Инженеры, которые занимаются добычей, они будут концентрироваться на трех параметрах. Average reservoir pressure, productivity index and skin. Эти параметры — это среднее пластовое давление, коэффициент добычи и skin, skin factor. Reservoir engineer and reservoir geologist, they will be interested more in reservoir characterization topic. Для инженеров по разработке или для геологов более интересны коллекторские свойства пласта. For example, radius of investigation. К примеру, радиус исследования. And formation permeability in both vertical and horizontal direction. Проницаемость пласта как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. And finally is to confirm or disconfirm if the fault or barrier we have is a sealing or a leaky one. И кроме этого, нам необходимо подтвердить или опровергнуть наличие барьеров для потоков. То есть ли покрышки или есть ли образование, через которое может поступать поток fluida. Okay. Now we have discussed type of wells. Now we are going to discuss type of well tests. Мы поговорили о типах скважин, теперь давайте поговорим о типах или видах испытаний скважин. The first one we have, we call it drawdown pressure test. Первое испытание, которое, о котором мы будем говорить, это испытание на депрессию. Actually, we are supposed to put the well on production at constant rate. Когда скважина дает промышленный приток, она работает с постоянным дебитом. During that period, we are recording the bottom hole pressure against time. В течение этого времени мы измеряем призабойное давление и с течением времени. The main disadvantage of such drawdown pressure test is the difficulty to maintain the well producing at constant rate. Проблемой проведения испытания на депрессию является то, что очень сложно поддерживать постоянный дебит скважины. Again, somebody can ask, what will happen if the pressure is not the same or constant? Кто-то может спросить, что будет происходить, если явление давление не является постоянным? This, because the interpretation is based on mathematical equations. Интерпретация, она зависит от математических уравнений. And we solve those mathematical equations based on assumptions. И мы решаем эти математические уравнения, базируясь на определенных допущениях. The assumption we consider to solve the equation that Q is constant. И первое допущение, которое мы принимаем для решения математических уравнений, это то, что Q дебит является величиной постоянной.
So any change in Q will lead to a change in pressure as well. Изменение Q, оно ведет и к изменению давления. The second is a pressure build-up test. Следующий вид испытания – это испытание на восстановление давления. So, we continue recording the static bottom hold pressure while shutting the wheel in. Мы останавливаем скважину и измеряем статическое призабойное давление. Build-up test is helping us to estimate the reservoir pressure. Нашей целью является определить пластовое давление. The main disadvantage of this type of test is economic. Основным недостатком такого вида испытания является экономическая составляющая. So all managers always all the time not happy to allow you to perform shut-in test. Все руководители всегда очень недовольны, когда им говорят, что необходимо провести вот такие испытания на восстановление давления и закрыть на какой-то период скважину. But they are happy to conduct the drawdown test. Но они всегда счастливы, когда говорят, что нужно проводить испытания на депрессию. The third one is injection test. Третий вид испытания – это испытание... исследование приемистости скважины. So, from the fluid flow point of view, this injection test is similar to the drawdown pressure test. С точки зрения потока флюида, это испытание на приемистой скважины, оно аналогично испытанию на депрессию. But instead of producing at certain rate, we are injecting at negative rate. Но вместо того, чтобы поддерживать дебет на каком-то постоянном уровне, мы нагнетаем давление, то есть делаем негативный, отрицательный дебет. After injection, we have a fall-off test. После того, как испытание на приемистой скважины будет завершено, нам необходимо провести измерение падающего давления в нагнетательной скважине после ее закрытия. The fall-off test is identical to the pressure build-up test. И это испытание, оно аналогично испытанию на восстановление давления. So, you understand, when I say identical to build-up, it means shut-in. We are not injecting. Когда мы говорим, что это аналогично испытанию на восстановление давления, это означает, что мы закрываем скважину, то есть прекращаем нагнетание. The next one is a multi-rate test. Следующий вид испытания – это испытание на установившихся режимах. And this multi-rate test is more common in gas well testing. И это испытание на установившихся режимах является наиболее часто проводимым в газовой промышленности. We can determine what we call rate-dependent property, such as skin. Здесь мы должны определить то, что называется skin. Plus IPR for oil wells can be constructed as well. Кроме этого, нам необходимо определить IPR, то есть индукционную кривую для скважины. Also, we can realize if any change in the productivity index with rate. Кроме этого, нам нужно понять, есть ли какие-то изменения продуктивности. The next one is reservoir limit test. Следующим видом испытания является испытания в предельных условиях. We are targeting here to establish the hydrocarbon volume connected to the well. Нам при проведении этих испытаний необходимо определить объем углеводородов, которые приурочены к определенной скважине. It's still the same story of unique or constant production rate.
Эта история аналогична истории, когда у нас постоянный дебет. At the beginning, pressure will fall down sharply. Вначале давление резко падает. Once the pressure wave touch any reservoir boundary, it will take a different shape. Как только давление доходит до границ резервуара, форма падения кривой давления меняется. It will be a straight line. Она становится прямой линией. And this delta B by delta T, it will be constant. И вот эта величина, delta T, деленная на delta T, является величиной постоянной на delta T. Again, it is long in terms of duration. Опять-таки, для проведения этого вида испытаний необходим длительный период, большой период времени. Why long? Because the disturbance of pressure has to travel in the reservoir until reach to one boundary at least. Почему нужно много времени? Потому что изменение давления должно дойти до границы пласта. Another one, we call it interference aerial or vertical test. У нас есть следующее испытание, которое называется исследование взаимодействие скважин или вертикальное взаимодействие. Может быть взаимодействие между скважинами, а может быть вертикальное взаимодействие в одной скважине. We have two wells. One is active, the other one is observatory well. Для проведения этих испытаний у нас есть две скважины, одна из которых активна, а вторая используется для того, чтобы измерять параметры. The active well is to be on production at constant rate. Из активной скважины идет добыча с постоянным дебитом. If there is communication between the two wells, если есть какая-то взаимная связь между двумя скважинами, the pressure will drop in the observatory well as well. Давление также будет падать и в скважине, из которой мы видим наблюдение. But not at the same time. Но не в то же время. There will be a time lapse. Должен быть какой-то зазор по времени. Look at the map here. Посмотрите, пожалуйста, на карту в правом нижнем углу. We have active well in the middle and two observatory well on the right hand and on the left side. У нас есть одна активная скважина в центре и две, скажем, на них оценочные скважины справа и слева. Plus we have two faults. Кроме того, у нас есть две линии сброса. The continuous line here is to tell us the fault is a complete ceiling fault. Вот эта вот линия без интервалов, сплошная линия, говорит о том, что у нас есть сброс, который обеспечивает герметизацию, то есть который непроникаемый. Simply because the pressure didn't change. Уже хотя бы потому мы можем сделать это заключение, потому что в левой скважине давление не меняется. However, the other well is affected in terms of pressure due to the production in the active well. Однако мы можем видеть, что давление в правой скважине реагирует на добычу из активной скважины. This is why we call this barrier is partial ceiling fault. Это потому, что вот этот сброс, который обозначен в пунктирной линии, не является герметичным. So now we have discussed the interference test in terms of aerial continuity. То есть мы проводим это исследование взаимодействия для того, чтобы определить непрерывность или сплошность пласта. In case of vertical interference test, если мы будем говорить о вертикальном взаимодействии, we have here two layers. Здесь у нас показано два горизонта. We have shell barrier between both of them. Которые разделены
барьером, то есть горизонтом с низкой проницаемостью. The two layers are isolated in the wheelbore by two buckers. Эти два горизонта, о которых мы говорим, они изолированы между собой за счет пакера. The same story. One layer on production, the other one just to record the pressure. История точно такая же. Одна добыча из одного горизонта идет обычным образом, а второй горизонт используется для того, чтобы измерять параметры. So the pressure response in the second layer will tell us if we have vertical communication or not. И изменение или неизменение давления во второй скважине скажет нам о том, есть ли у нас вертикальное взаимодействие между этими двумя горизонтами. Okay. Two tests that we are going to consider for to be interpreted, where we are extracting the more or the most important information related to our reservoir. Drawdown test and the build-up test. Мы можем сказать, что для того, чтобы получить наиболее важные параметры о нашем пласте, есть два типа испытания. Это испытание на депрессию и это испытание на восстановление давления. To confirm the drawdown test, it will be difficult always to maintain the constant rate. Еще раз скажем о том, что при депрессии на пласт нам сложно поддерживать постоянный дебит. For many reasons, analyses are classified as unreliable. И по многим причинам результаты такого анализа классифицируются как ненадежные. We don't have any production losses. Но при этом у нас нет никаких потерь добычи. In build-up test, the rate is known. Q equals zero. При проведении испытаний на восстановление давления дебит нам известен. Он равен нулю. Q равно нулю. Analysis more reliable in build-up test. Результаты анализа более надежны при проведении испытаний на восстановление давления. We have production losses. Однако у нас есть потери в добыче. Now we are going to discuss the basic well test sequence. Теперь давайте поговорим о базовых последовательностях проведения испытаний. What you see now is the most common sequence that already most oil and gas companies are following the same. Сейчас на этом слайде вы можете видеть наиболее часто используемую последовательность проведения испытаний скважин. И большинство компаний выполняют испытания именно в соответствии с такой процедурой. We can split it into four intervals. Само испытание может быть разделено на четыре интервала. Clean up period. Период очистки. The first build up. Первое испытание на восстановление давления. And the final drawdown. Далее первоначальное падение давления. And finally here the final build up. И дальше у нас есть кривая, которая соответствует восстановлению давления. As you see, in the clean-up period, we are flowing the well at different choke sizes. Вы можете видеть, что на этапе очистки скважина работает со штуцерами разного диаметра. The main target is to remove unwanted fluids. Целью такого испытания является извлечь из скважины нежелаемые флюиды, нежелаемые жидкости. Mainly drilling fluid or completion fluid. В основном это буровые растворы и растворы, которые использовались на этапе завершения скважины. We have another parameter that we measure during this period, which is DSW. Еще один параметр, который мы измеряем на этом этапе, это параметр, который называется ESW. If it is greater than 5%, we continue the cleaning process. Мы продолжаем процесс очистки, если он, этот параметр, не достиг 5%. After that, we move to the first build-up period.
Дальше, после окончания очистки, мы переходим к этапу восстановления давления. The build-up period, it is 1.5 times the clean-up period. Период восстановления давления, как правило, в полтора раза длиннее, чем период очистки. We aim at stabilizing the well before the main flow period. Мы восстанавливаем параметры работы скважины. Okay, the main flow period is split into two. Этот период может быть разделен на два участка. The first half at different choke sizes and the second one at unique choke size. На этих этапах штуцера различного диаметра используются. After that, the last one is the main build-up period, which is still the same. One and a half, the total duration of the main flow period. Дальше у нас будет еще один период восстановления давления, который тоже по своей длительности полтора раза превышает период падения давления. And the total duration of the entire test, it's supposed to be more than 24 hours. Общая продолжительность проведения испытания на восстановление давления, как правило, составляет более 24 часов. Again, for the purpose of well test interpretation, we are going to discuss some of the reservoir characteristics. Для проведения испытания нам нужно поговорить еще о тех типах жидкостей, которые используются. We start with fluid types. Начнем с типов растворов или жидкостей. We have three reservoir types, and this based on isothermal compressibility. У нас есть три типа жидкости, которые подразделяются в зависимости от коэффициента изотермического сжатия. Again, we didn't say only compressibility, no, we said isothermal compressibility. Мы говорим не просто о сжатии, мы говорим о изотермическом сжатии. The term iso is to refer that the process, the entire process in within the reservoir is isothermal. Эта приставка iso, изотермическая, означает, что мы говорим о характеристиках всего резервуара с учетом его температуры. We have incompressible fluid, slightly compressible fluid, and compressible fluid. Итак, у нас есть три типа жидкостей. Несжимаемая жидкость, незначительно сжимаемая жидкость и сжимаемая жидкость. We start with the first one. Начнем с первой. But, so, okay, so, just to refresh your memory, this is the term of compressibility and how we can describe it mathematically. Просто чтобы напомнить, этот слайд вам напоминает о том, что такое коэффициент изотермического сжатия. We can express compressibility in terms of volume or in terms of density. Мы можем оценить сжатие как функцию объема или как функцию плотности. So, the first one we have is incompressible fluids. Первый тип жидкости, о которых мы говорили, это несжимаемые жидкости. In reality, do not exist. В реальности такие жидкости не существуют. But we sometimes we consider this when it is coming for to simplify mathematical equation. Но мы говорим, что она несжимаема для того, чтобы упростить математические уравнения. So, according to this expression, we are not expecting a change in the volume when the pressure it changes. I'm sorry. Can you repeat the last sentence, please? So we are not expecting any change in terms of volume or fluid density as a result of a change in pressure.
Как результат давления, изменение давления может изменяться объем или плотность. However, in the case of a slightly compressible fluid, для случая, когда мы имеем дело со слегка сжимаемыми жидкостями, there will be a change in terms of volume and density. Там был неправильный перевод. Если мы говорим о жидкостях несжимаемых, то объем и плотность не меняются. Для слегка сжимаемых жидкостей объем и плотность меняются. That means at each pressure value we need to evaluate the volume and the density. Что означает, что при каждой величине давления нам нужно оценить, какой у нас объем и какая у нас плотность. This is why we have what we call reference volume at reference pressure and reference density at reference pressure. Это то, что мы называем относительное давление и относительный объем при определенном давлении, относительная плотность при определенном давлении. So, crude oil and water are fit into this category. К этой категории можно отнести сырую нефть и воду. The last, the third one is compressible fluids. Третий же тип жидкости – это сжимаемая жидкость. Gas is representing the compressible fluid. Газ является сжимаемой жидкостью. Any change in pressure will lead to a dramatic change in the volume. Любое изменение давления влечет за собой существенное изменение объема. So this is the way that how to extract the compressibility, which will be function of Z and the pressure. Таким образом, сжатие является функцией Z, Z и давления. So now, for each fluid type, we have a form for compressibility. Для каждого типа жидкости у нас есть. Later on, you will realize that the main target of compressibility Can you hear me? Hello? Евгения, есть проблемы с переводом, насколько я понимаю. Я подключусь. Вы, может, перезагрузитесь. Хорошо, Жень? Sam, you can continue. I will translate now, okay? And Eugenia can restart her computer if there's no problems with the mute. Okay. I would like to say the purpose of compressibility that we are going to discuss how to drive the diffusivity equation. Okay. Самый главный фактор в том, чтобы оценить сжимаемость флюидов, будет описываться формулами с правой стороны. Okay. So now, just to see how the comportment of the three fluids when the pressure is changing. На этих слайдах вы видите, каким образом три выше описанные флюида изменяются, как давление изменяется для них. Не сжимаемых, немного сжимаемых и полностью сжимаемых. For better understanding, always consider the two extremes, the incompressible and the compressible one. Евгения, вы подключились? Жень? Женя вышла из чата. Да, хорошо. Ладно, я продолжу. Напишите, пожалуйста, Жене, чтобы она подключилась назад, потому что у меня есть ровно 5 минут. Okay, can you repeat the sum, because we have some technical problems with translation, and a little bit slowly, okay? Okay. So, For better understanding, try to consider the two extremists at the beginning.
А для лучшего понимания давайте в самом начале рассмотрим два экстремума нам. So have a look at compressible and incompressible ones. То есть давайте вначале сравним полностью сжимаемый и полностью не сжимаемый флюид. So in all cases incompressible, we don't have any variation in density or volume. То есть, если мы говорим о несжимаемом флюиде, мы фактически не имеем никаких вариаций изменения ни плотности, ни его объема этого флюида. On the other side, it will be the compressible one. It will take a curvature shape. И с другой же стороны, когда мы посмотрим на полностью сжимаемый флюид, то есть мы увидим, что он имеет кривую изгиба, то есть он полностью изменяемый. Okay. We move to the flow regimes. Окей, давайте переходим к режимам потока. We have three flow regimes in our reservoir. Steady state, pseudo-steady state and unsteady state. Фактически мы рассматриваем базово три основных режима эксплуатации резервуара или пласта, при котором течет поток. Это может быть стационарный поток, квазистационарный или псевдостационарный поток, или же полностью нестационарный переходный поток. These flow regimes help us to describe how the fluid is flowing in the reservoir. То есть вот эти три режима нам фактически показывают, каким образом у нас флюид течет в резервуаре. We are going to discuss them one by one. Давайте их опишем каждый из этих режимов один за одним. For the steady state, we is the same like a incompressible fluid. We don't have any variation in pressure with respect to time. То есть, если мы с вами сейчас говорим о стационарном режиме, то давление для стационарного режима, для резервуара в стационарном режиме не меняется в зависимости от времени. То есть, во времени оно остается одинаковым. The steady state flow regime, we can face it only if the reservoir is completely recharged. То есть такой резервуар мы можем рассматривать только в том случае, если он полностью перезагружен. For reservoir to be recharged or supported, it means we have a strong aquifer or pressure maintenance. То есть, фактически, что это означает? То есть, либо мы имеем пружный водонапорный режим, либо же мы поддерживаем рабочее давление в резервуаре. For the pseudo-steady state flow. А если же мы говорим о псевдостационарном или квазистационарном режиме? You will notice that pressure at different locations in the reservoir is declining linearly. То тут мы можем заметить, что в таком резервуаре у нас давление в зависимости от времени будет меняться или падать линейно. So the change in pressure with respect to time at any location in the reservoir always constant. И изменение во времени давления, то есть степень изменения давления во времени, будет постоянной величиной. The last one is the unsteady state flow. Последнее — это нестационарный режим эксплуатации. So we call it transient flow. Достаточно часто, когда мы называем его переходным режимом. In this case, pressure at any time will be a function of the location in the reservoir. То есть фактически здесь рассматривается, что флюид течет в таких условиях, когда подача зависит и от давления, которое меняется во времени. In this case, a change in pressure with respect to time
not constant or not not zero as well. А, то есть здесь, во-первых, в отличие от предыдущих резервуаров, изменение давления во времени не равно нулю и не является постоянным, а постоянно изменяется. And this will be the one that we are going to consider and will test interpretation. И это будет именно тот резервуар, который, тот реальный фактический резервуар, который мы будем рассматривать во время проведения well-тестинга исследований скважин. This why we call it transient test analysis. Именно поэтому мы его сокращаем до TTA, transient test analysis, анализ переходного режима. Евгения, вы с нами? Да, могу включиться, да. Спасибо большое, Евгения. Вы можете продолжать. Извините, был рад всех видеть. Sorry. Okay, welcome back. So, now we are going to discuss reservoir geometry. Теперь давайте поговорим о геометрии плоска. So, keep in mind, the shape of reservoir has a significant effect on its flow behavior. Надо иметь в виду, что размер и геометрия плоска имеют существенное влияние на скорость потока. According to the geometry, we are expecting to face one of the following three. В зависимости от того, какой имеет геометрическую форму пласт, у нас может быть три различных вида потока. We have radial, linear and spherical flow. У нас может быть радиальный, линейный или сферический или полусферический поток. For the radial flow into a wheelbore, we have to cross. We have one plane view and side view to make it simple for you. Говоря о радиальных потоках, мы можем их видеть на двух видах: на виде сбоку и на виде сверху. This radial flow regime is the most important for well test interpretation. Этот режим потока является наиболее важным для определения режима тестирования скважины. It is well known as extended constant or flat trend on the derivative. Наиболее важные режимы могут быть определены как расширенный постоянный или flat trend. For the radial flow regime, imagine that the well penetrates a layer. That layer has been entirely perforated. Представьте, что у нас со скважиной пересекается плоскость, которая перфорирована. In this case, all flow lines at all elevations around the well will be radial. В этом случае все линии потока на всех глубинах будут радиальными. This equation is to describe pressure at any time, at any location in the reservoir. Уравнение, которое в нижней части экрана описывает давление, которое будет в любой точке пласта, в любой промежуток времени. And here, as I told you at the beginning, at the beginning, that at constant rate. Вся эта история верна при постоянном дебите, как мы говорили об этом в начале. This form is one of the solutions to the derivative equation. Это одно из решений для уравнения с производными. And the assumption, the flow is radial and constant. Допущение, которое мы делаем, это то, что поток у нас радиальный и у нас падение давления постоянное. The next one is a spherical flow. Следующим является сферический поток. Instead of perforating the entire zone, imagine that we just perforated portion of that interval. Вместо того, чтобы перфорировать всю зону, представьте себе, что мы проперфорировали только определенный участок. So you will realize at early time the flow will be radial. На начальном периоде времени
потоки будут радиальными. At later time it will be spherical, like you see. Однако с течением времени эти потоки из радиальных станут сферическими, как это можно видеть на картинке. At very late time it will be back to radiant. И по истечении существенного периода времени линии опять станут радиальными. So, for the previous one, the radial, we can identify it, as I said, as a flat trend, horizontal one. Для предыдущего случая мы говорили о том, что у нас есть устойчивая тенденция. However, for the spherical flow, we can identify it as a negative half-slope trend. Однако для случая с сферическими потоками мы можем говорить о тенденции с негативным полукругом. The third one is linear flow regime. С третьим режимом является линейный режим потоков. Geometry of linear flow streamlines consists of a strictly parallel vectors. Геометрия линий потока представляет из себя строго параллельные векторы. This fluid, the fluid is flowing in a single direction. И флюид перемещается в одном направлении. The opposite to radial. Radial, all the fluid is moving from all directions toward the wheel bore. В отличие от радиальных потоков, потому что для радиальных потоков потоки перемещались из любой точки пласта в одну точку. This linear flow occurs in the case of vertical fractures. Такие линейные потоки возникают в случаях, когда у нас есть вертикальная трещина лады. So within the fracture itself, we are experiencing linear flow. Внутри самих трещин, внутри трещиноватой структуры, мы имеем дело с линейными потоками. And in the reservoir toward the fracture itself, we are experiencing linear flow as well. И в самом пласте мы тоже имеем дело с линейными потоками. So now I'm going to tell you why we are discussing flow regime and what is the benefit in terms of well test interpretation. Давайте теперь поговорим о том, почему мы вообще говорим о режимах потоков и какую пользу мы можем извлечь из того, что мы знаем, какой у нас характер потоков при проведении испытаний скважин. But because of that, I forgot to tell you that the linear flow regime is represented in terms of positive half-slope trend. Мы еще не сказали о том, что если мы имеем дело с линейным режимом потоков, то производные имеют форму положительной полукривой. Here we go. Okay, this tool, we call it flow regime identification or FRED tool. Это то, что мы называем идентификацией режимов потока или инструмент, который называется FRED. If you remember, radial flow is supposed to be a flat trend, as you see, radial, radial, radial. Как вы помните, когда мы говорили о радиальных потоках, мы говорили о том, что они имеют устойчивую тенденцию, то есть они являются прямыми. Positive half slope, it reflects a linear flow regime. Линейные режимы, они относятся к искривленным, к кривым, которые имеют определенную форму. And the last one is negative half slope is representing spherical flow regime. Сферические линии, они имеют форму негативной кривой, то есть вогнутой. We will not discuss the rest until the end of the presentation. Есть тут еще о чем поговорить, но мы не будем об этом говорить сейчас и вернемся к этой схеме в конце презентации. Now we are going to discuss the flow equations that we use in the wheel test interpretation. Давайте теперь поговорим о тех уравнениях, которые мы используем при интерпретации результатов тестирования скважин. The first is Darcy equation.
Первое уравнение это уравнение Дарси. And this is the basic equation for all the fluid flow in the reservoir. Это уравнение, которое может быть применимо для всех потоков, которые могут иметь место в кости. I told you to consider the two extremes, incompressible and compressible. Мы возьмем два крайних случая, когда у нас есть несжимаемая жидкость и когда у нас есть сжимаемая жидкость. So this is Darcy equation in radial flow in case of compressible and this in radial flow in case of compressible. Справа мы видим формулы для радиальных потоков, для сжимаемой жидкости и для несжимаемой жидкости сверху и для сжимаемой жидкости внизу. I presume that you are aware about how this equation is coming from, and this is why I didn't bring this in details. Давайте мы предположим, что мы все понимаем, как именно было образовано это уравнение, и не будем говорить о нем более подробно. Now we are going to see how can we derive the diffusivity equation. Давайте мы теперь посмотрим, что мы можем сделать с уравнениями диффузности. So, diffusivity equation in a simple way is a combination of. В простом случае диффузионное уравнение представляет из себя комбинацию следующих параметров. Is a combination of three independent equations: continuity, transport, and the compressibility equations. То есть диффузионное уравнение объединяет в себе три вида уравнений. Это уравнение неразрывности, уравнение переноса и уравнение сжатия. So we are combining three independent equations together. Plus specifying set of boundary and initial conditions. Таким образом, мы объединяем в единое целое три различных уравнения, и кроме этого мы определяем границы и начальные условия. Saying that boundary and initial condition can change a lot. И говорим о том, что границы и начальные условия не могут существенно меняться. Again, we are considering the unsteady state equation. Кроме этого, мы говорим об уравнении стабильного состояния. To make it clear for you, the unsteady state equation means the pressure wave is moving in the reservoir for infinity. Pressure is moving for infinity. В уравнении с нестабильным состоянием давление меняется по пласту до бесконечности. That means during the unsteady state we are not feeling any boundary for the reservoir. То есть, если мы говорим об уравнениях с нестабильным состоянием, у нас резервуар не имеет никаких границ. And the reservoir is homogeneous. И кроме этого, резервуар порода является однородной. With the same thickness. И кроме этого, толщина пласта является величиной постоянной. Here's the definition of the three independent equations. Теперь давайте поговорим об определении тех трех независимых уравнений, о которых мы говорили раньше. Continuity equation is the material balance, is the simplest form of material balance equation. Уравнение неразрывности – это уравнение баланса материалов. Это самое простое уравнение. It accounts for every pound mass of fluid produced, injected or remaining in the reservoir. И в этом уравнении учитывается каждый килограмм жидкости, добытой или нагнетенной, или та, которая остается в пласте. Transport equation is the same, which is just by different name, but is the same, is Darcy's equation.
Уравнение переноса – это то же самое, что и уравнение Дарси. Имеет другое название, но по своей сути это то же самое. We use it to describe the flow of a fluid through a porous medium. Это уравнение используется для того, чтобы описать движение флюида в пористой среде. And compressibility equation that we discussed earlier. И уравнение сжатия, о котором мы говорили ранее. We start from the continuity equation. Начнем с уравнения неразрывности. Consider this tank is our reservoir. Если мы предположим, что вот этот вот резервуар является нашим резервуаром, нашим плоском. And we have a control volume with thickness dr. У нас есть контролируемый объем и у нас известна толщина. The mass flowing into the volume element in delta T minus mass flowing out of that element equal rate of mass accumulation. Масса, которая заходит в элемент объема, за период времени минус масса, которая вытекает из элемента объема за тот же период времени, равна скорости накопления массы в элементе объема за указанный период времени. If you understand the basics of the diffusivity equation, it will be easier for you to understand the process of well-test interpretation. Если мы понимаем природу этого уравнения, нам будет легче понимать принцип интерпретации результатов исследования скважины. Continue. This is a translation for the previous in terms of equation. Здесь у нас более детальное описание того уравнения, о котором шла речь раньше. So here we have the mass in and mass out. Здесь у нас есть масса, которая попадает в резервуар, и масса, которая выходит из резервуара. For the total mass accumulation, we consider the volume. After that, we drive delta V from that volume. После того, как мы измеряем разницу, мы получаем параметр, который называется delta V. Okay, so here we are. Mass in minus mass out equal total mass rate accumulation. То есть масса, которая зашла, минус масса, которая вышла, получается масса, которая накопилась в единице объема. We will not go in details and you will get this slide to understand exactly how the final form has been reached like this. Мы не будем детально говорить об этих уравнениях, но вы можете с ними позже более детально ознакомиться для того, чтобы понимать более подробно, как накапливается материал. The next one. Yes, here we go. This is the final, the partial, this we call it the general partial differential equation that we can use to describe the flow anywhere in the reservoir. Здесь мы видим общее частичное дифференциальное уравнение, которое в целом описывает перемещение потоков в резервуаре. It has been simplified in different ways, okay? To be like this. This is the final form of the diffusivity equation. Далее мы работаем с этим уравнением, упрощаем его, и в итоге мы получаем диффузионное уравнение, которое выглядит вот таким образом. So, this is one of the most important equations in petroleum engineering. Это одно из самых важных уравнений в нефтегазовой инженерии. We use it for the purpose of well-test analysis. И это уравнение используется при тестировании параметров скважины. So the solution for this equation is different based on the assumptions you are going to consider. Решение этого уравнения может быть разным в зависимости от тех допущений, которые мы принимаем. Here are the assumptions for diffusivity equation.
Здесь перечислены допущения для решения диффузионного уравнения. So reservoir is homogeneous with constant properties throughout. Во-первых, резервуар является однородным, и по всей площади резервуара характеристики одинаковы. Fluid flow is horizontal. Флюид перемещается только в горизонтальном направлении. The zone with constant thickness. В зоне, в которой имеет постоянную толщину. Fluid is monophasic and is slightly compressible. Флюид является однофазным и слегка сжимаемым. Pressure gradients are small. Перепад давления незначительный. So, if we are going to now to the next step, the solution to the diffusivity equation. Дальше перейдем к следующему шагу и поговорим о возможных решениях диффузионного уравнения. We have two main solutions: constant terminal rate and the constant terminal pressure. У нас есть два основных решения. Это решение с постоянным окончательным дебитом или решение с постоянным окончательным давлением. The constant terminal pressure, we use it in case of aquifer influx modeling. Решение с постоянным окончательным давлением используется в тех случаях, когда мы имеем дело с водонапорным режимом. The other solution, constant terminal rate solution, is the one that we use for the well test interpretation. Решение с постоянным дебитом — это то решение, которое мы используем при интерпретации результатов тестирования скважины. We have assumptions related to outer boundary and the well itself. У нас есть допущения применительно к внешним границам резервуара и к самой скважине. For the well treatment, we have the first one, we call it line source, where RW almost zero. Во-первых, мы говорим об источнике line source, линейном источнике, который практически равен нулю. And the transient flow will be the one that we are going to discuss now. И переходный поток — это то, о чем мы будем говорить сейчас. So always is a synonym to each other: transient flow and infinite reservoir. То есть, если мы говорим о переходном потоке или говорим о бесконечном резервуаре, это одно и то же. If boundary will be considered, that means it will be either pseudo-steady state or a steady state solution. Если у нас есть внешняя граница, то будет легче определить решение для стабильного состояния и нестабильного состояния. Is the same like the previous one? Okay. Okay. The constant terminal pressure, as I said, just for the purpose of aquifer modeling. Решение с постоянным окончательным давлением используется только для моделирования. Because it provides cumulative flowing at particular time for the reservoir. Потому что это решение дает представление о накопленных потоках за определенный период времени для резервуара. Pressure at one boundary is constant. И давление на одной границе является величиной постоянной. Which represent the water influx. Что имеет отношение к влиянию воды. For the other one, terminal rate solution. Второе решение — это решение с постоянным окончательным дебитом. This one solves for the pressure change throughout the radial system. В этом решении учитывается изменение давления в системе. Okay, here we go. These are the main considerations. At the beginning, pressure equal PI, and the pressure is uniform at time zero. В начальный момент времени давление равно PI, и
When R is infinity, pressure equal PI. Давление равно PI. And this is also is from Darcy equation at R dash. И это уравнение также вытекает из уравнения Дарси. Okay, this is the final solution for the first scenario. We call it line source well. Это решение для первого сценария. Мы называем это line source well, то есть линейная водоносная скважина. So this equation is to tell us the relationship between pressure and time. Это уравнение показывает нам отношение между давлением и временем. Relationship will be linear equation. И зависимость давления от времени будет линейным. Between BWF and the logarithm of time. Или прямая зависимость между PWF и логарифмом времени. So M here is representing slope. M здесь представляет наклон. This one was the first technique that we used for the purpose of well test interpretation. Это первое уравнение, которое мы используем для интерпретации результата тестирования скважины. We call it semi-log or a straight line. Мы называем это полулог, semi-log или прямая линия. Straight line. From that one, we have another parameters. We have the real parameters, pressure, radius, and time. We have another parameters, we call them dimensionless. Dimensionless, that means without units. У нас есть два типа параметров. Это давление, радиус и время. Это единицы, которые имеют какую-то размерность. И кроме этих единиц, у нас еще есть единицы, которые мы называем безразмерные, то есть которые не могут быть измерены каким-либо образом. I brought here a very good example for you to see how can we extract the dimensionless pressure. Здесь очень хороший пример того, как мы можем получить безразмерное давление. So, if you consider Darcy equation in radial form, it's supposed to be like that. Если мы говорим о уравнении Дарси в радиальной форме, то будет оно выглядеть вот таким вот образом. So, I just need you to rearrange this equation by considering ln RE over RW in one side only, like this, and take the rest to the other side. Мы преобразовываем это уравнение таким образом, чтобы у нас размерные величины были с одной стороны, а безразмерные с другой. Now have a look closely. If this is an equation, that means right side is equal to the left side. Сейчас у нас левая сторона равна правой. On the right side we have RE over RW. С правой стороны у нас, вы видите, ln RE на RW. So RE is the radius of the reservoir, however RW is the wellbore radius. RE это радиус резервуара, и RW или RW это радиус скважины. So R over R means dimensionless. И таким образом, если мы делим резервуар на резервуар, то есть в итоге мы получаем величину, которая является безразмерной. So the радиус на радиус, да, сокращается единицы. That means the left hand is supposed to be as well dimensionless. Логично предположить, что в левой части уравнения у нас тоже должна быть величина безразмерная. If the numerator here BE minus BWF, that means pressure. Unit. В числителе у нас давление минус давление, то есть у нас здесь какая-то есть величина, которая характеризует давление. So denominator as well has to be pressure unit. И в знаменателе тоже
соответственно, должно быть какое-то значение давления. So this was the beginning of the story of dimensionless pressure. Это начало истории о том, как работать с безразмерными единицами. So from this one we have here dimensionless pressure like this. Здесь у нас тоже получается в итоге давление, которое измеряется в безразмерных единицах. Same story for dimensionless radius and dimensionless time. Та же история для времени, измеренного в безразмерных единицах. I am telling you this because all the interpretation you will see in the future will be log-log plots. It will be? Log-log plots. И все интерпретации, которые мы будем видеть дальше, они будут иметь характер log-log-logs. So log-log plots will consider dimensionless parameters instead of the real ones. Это означает, что все параметры будут измеряться в безразмерных величинах. So we solve or we do our interpretation, finding out the match be dimensionless parameters, and from this dimensionless we extract the real ones. В уравнениях у нас есть уравнения с безразмерными единицами, однако мы из этих уравнений берем параметры, которые будут иметь какую-то размерность. Okay. Well, okay. Sam, thank you very much. It's already 1 hour and 22 minutes. It was really interesting for us, but as we got this agreement between me and you that we split your lecture on two parts, I guess now you're in the slide number 50, yeah? Somehow like this. And before Waldorf storage, let us continue with the questions. And according to the graph, after 3 days we will get back to your lectures. It was really interesting. I hope that some who are presented there also wants to ask some specific questions. Especially it's concerning English speaking students. What about your impression of lecture? And do you have any additional questions about this? And also professionals can join us with in this conversation. Для тех, кто говорит на русском языке, мы говорим о том, что сейчас мы приблизительно на 50-й странице в презентации, которая больше 100 страниц, поэтому имеет смысл разбить эту презентацию на две. Сейчас, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте к той части, которая уже была изложена. Hello, I have one question. Come on, Ali. How are you? First of all, good lecture. It was very interesting. And my question is about the basic well test sequence. If we can get back to the slide for the... Yes, I do. To elaborate more about the after the cleanup. Yes, go ahead. Yes, here. Can you just explain it in a few words again? Because I just got lost here after the cleanup. Okay, after open drilling or completion practice, we are expecting a sort of formation damage or unwanted fluids in the well bore. После того, как у нас завершено бурение открытого ствола, у нас в пласт попадают жидкости, которые являются нежелательными. For the test to be representative, you need the fluid in the well bore to be identical to the fluid in the reservoir. Жидкость в скважине должна быть идентична пластовой жидкости. In addition, this clean up period will be a good opportunity to remove what can be removed in terms of formation damage. На данном этапе появляется хорошая возможность убрать из скважины то, что нужно из нее убрать. And the last thing, we just measure at surface the basic sediment. The basic solid sediments in water. If these sediments in water increase more than 5%, we can't perform the test. We have to continue the cleaning up. Мы берем пробы
той жидкости, которую мы извлекаем из скважины. И если у нас осадочные породы составляют более 5% этой жидкости, то в этом случае нам нужно продолжить очистку скважины, мы не можем приступать к ее. But we don't have a fixed time for the clean-up period. It depends on the situation itself. Поэтому нельзя сказать, что стадия очистки будет длиться какой-то определенный период времени. Эта продолжительность этого периода зависит от того, как и насколько эффективно выполняется очистка. Is it covered or you need something else, Ali? Yes, I need you to tell me after what happens after the clean-up. I need you to continue the process, the whole process, till the build-up. Ali, I thought that you are just asking about the cleanup, but okay. I guess you heard half of my question. Okay, so we have the first shut-in period just for the purpose of we need the final pressure point here and compare it with the initial pressure here. Mm-hmm. If there is any gap between both of them, that means the reservoir is limited. But we are expecting in most of the cases the pressure point here will back to this initial pressure value here. Дальше после стадии очистки мы проводим испытание на восстановление давления. В идеальной ситуации давление, которое восстановится, да, то есть которое будет на момент окончания стадии восстановления давления, должно быть эквивалентно тому давлению, которое было в начальном периоде. Если есть какая-то разница, это говорит о том, что у нас класс ограничен. Но в большинстве случаев этого не происходит. In addition, we need to create stability in the reservoir before moving to the flowing phase. Перед тем, как перейти к следующей стадии, мы должны восстановить давление в скважине. The flowing phase, it can be two or three flowing periods. Испытание потока, можно так сказать, вот эта часть испытания, она может быть разбита на два или три интервала. One of them should be considered the main or stabilized one. Первый этап — это этап стабилизации. So again, you see here, you are flowing at different choke sizes to create turbulence in the reservoir. Здесь мы используем штуцеры с различным диаметром для того, чтобы восстановить, я честно сказать, не услышал. With these turbulence in the reservoir, it will guarantee that pressure wave will travel for long in the reservoir. Если испытание прошло нормально, мы будем иметь некоторую гарантию, что у нас давление будет сохраняться в течение достаточно длинного промежутка времени. The last flowing period will be the main build-up, which will be the one we are focusing on. Далее мы проводим еще одно испытание на восстановление давления. Это такое основное испытание, которое необходимо перед тем, как продолжить эксплуатацию скважины. What you see here is Cartesian plot, just the real pressure and real rate. What you will see later in terms of well test analysis, it will be log-log plot, and we will not plotting the real value, but we are going to consider the dimensionless pressure and dimensionless time. Здесь у нас есть реальное значение. Дальше, когда мы будем интерпретировать, у нас будут безразмерные единицы. Okay, thank you very much for answering. Again, it was really interesting, and I hope we can continue with it later. We will continue. I would like to say that this is my first time to practice a presentation with interruption for translation purpose like that. Это первый раз, когда я сам делаю такую лекцию и делает при этом перерывы на перевод, поэтому может быть что-то. So I hope it will not affect. And the picture will be clear for presenters. To be honest, Sam, you are naturally born a lecturer. it was really good. So thank you very much for this lecture. I hope to see you again.
So for today, I guess it's over. I kindly ask you to leave the chart, to leave chart by the students, and I'm kindly ask you the lecturers to be on chart for the next 5 minutes. Okay. Okay. Лекция будет в чате очень быстро, буквально через несколько.